Приветствую вас, мои дорогие друзья! Меня зовут Лиля, и сегодня я вам покажу топ-10 из каталога номер 10 компании Oriflame. Это будут те продукты, которые, по моему мнению, самые такие яркие, интересные, драйвовые, которые будут больше всего заказывать, и на эти продукты я рекомендую обращать внимание ваших клиентов. И как я всегда показываю, я приклеиваю такие вот закладочки. Кстати, чем они удобны, то что можно снимать их со старого каталога, переклеивать на новый, и они прослужат 2-3 раза, их можно использовать. Итак, для чего нужны эти закладки? Когда вы даете каталог знакомому человеку, это одна история. Когда вы даете человек незнакомому человеку, это другая история. Тут есть много-много факторов, от которых зависит, будет человек делать заказ или нет. И чем больше вы вложите души и энергии в каталог, тем больше будет вероятность того, что вам сделают заказ. И вот такие закладочки, они очень классно вовлекают человека. То есть не надо обязательно 10 их лепить. Пусть их будет 3, может быть 5. Те продукты, которые вам нравятся. И человеку будет интересно открыть и посмотреть, а почему именно здесь закладка, что здесь такого интересного, что бы вы хотели дополнить. И еще маленькая рекомендация. Приколите в начало каталога вот так двумя скрепочками сверху, чтобы лист, просто чистый белый лист. И чтобы его можно было открывать и закрывать, то есть не надо его везде крепить, только сверху. И напишите в самом верху «Мой заказ из каталога» и несколько позиций, что вы себе заказываете, обязательно код, название и сумму. И можете написать еще кого-то из своих близких, кто у вас делает заказ. Может быть, заказ сестры, или заказ мамы, заказ подруги, заказ соседки. Тоже здесь пишите. И когда отдаете каталог, скажите человеку, что если вы что-то выберете, даже не если, а когда вам что-то понравится, напишите сразу в этот лист, чтобы не забыть, не потерять, и чтобы у меня был полный список для отправки в компанию нашей заявочки общей. Вот, это такие маленькие рекомендации, а сейчас расскажу, что в этом каталоге самое-самое, все классное, но самое-самое, что я буду отмечать. Итак, первое, это сразу несколько страничек. Это новая серия, которая включает в себя 4 геля для душа и 2 аромата. Что я хочу сказать? Очень интересные гели в том плане, что они содержат натуральные эфирные масла. То есть это просто классно, потому что до этого у нас была серия лимона-вербена, например, в которой мы тоже получали эфирные масла, то есть были добавлены эфирные масла. И это незабываемое ощущение, несравнимое с обычными гелями. А ценник получается у геля самый обычный, за 200 мл 149 рублей. Просто когда есть натуральные эфирные масла в средствах, то кожа совершенно по-другому получается, да, ощущение кожи, качество кожи абсолютно другое. Поэтому я, конечно, закажу себе все эти гели для душа. И меня заинтересовали эти ароматы. Один с ярким акцентом – это слива. Второй аромат – мята. И что здесь еще входит? Ну, цитрусовые нотки. И второй аромат, этот зелененький, он заявлен как унисекс. То есть его могут использовать как молодые люди, так и девушки. Да, как мужчины, так и женщины. Поэтому его мы можем предлагать абсолютно всем. Поэтому считаю, что вот эти странички будут самые бомбические. И еще помните, что у нас есть акция. Она расположена на 5-й страничке, 4-5 страница. То есть нужно сделать заказ аромата и геля из новинок, сделать фото с этими продуктами и с одним из продуктов, и разместить фото в Инстаграм с хэштегом «Создай настроение с Oriflame». В комментариях написать свои секретики. Какие-то, поделиться чем-то. И вы будете участвовать в розыгрыше вот таких вот подарков. А вдруг вам повезет? Почему бы не сделать, если все равно будем выписывать эти продукты? Так, далее. Вторая закладочка. Я все-таки думаю, что это будут вот такие часы. Очень крутые часики. И что интересное в них, что у них розовый ремешок. Но он меняется, то есть его цвет будет меняться в зависимости от температуры кожи. То есть если вам жарко,
да, жарко. То, смотрите, чем жарче погода, тем светлее оттенок. То есть, если вы замерзли, то сразу он будет и розовый, такой яркий, и сразу будет понятно, что пора одевать кофточку. И, конечно же, выгодное предложение – то, что часики всего стоят 1499 рублей при заказе из каталога абсолютно любого продукта, кроме самих часов. И я думаю, что их разберут очень быстро, потому что они стильные, такие интересные, красивые. Ну и просто прикольная идея, то, что будет меняться цвет. Следующий продукт – это помада. Я всегда выделяю помады, когда в каталоге на них идет скидка. Это помада The One, по-моему, 25 оттенков. Здесь 25 или 26 оттенков. Потрясающая глубокая палитра, разнообразная, насыщенные классные цвета. Хорошая по качеству помада, она стойкая, она ультракремовая, она дает питание и увлажнение. И очень плотное покрытие. У меня есть на канале видео, где я пробую все помады. Правда, я там еще была черненькая, но все равно видно, как они классно лежат на губах. И палитра действительно очень красивая. И я знаю просто не понаслышке, что если у девушки наступает минута какая-то радости или печали, то всегда хочется новую помаду. То есть это всегда спасет. Конечно, нам хочется не только помаду, хочется улететь куда-нибудь в теплые страны, хочется новую шубку, но действительно доступно, быстро и вот так вот легко поменяет настроение новая помада. Поэтому у меня очень часто в заказе помады, и эти в том числе тоже заказывают, кстати, даже без пробников. Девчонки так смотрят, девчонки, женщины, смотрят и говорят: о, вот мой цвет. То есть уже как-то даже по картинке можно угадать, какой цвет больше подойдет, а какой не стоит брать. Следующая закладочка — это тушь для ресничек 5 в 1. Конечно, это хит продаж много лет, и это, мне кажется, самая крутая тушь, которая у нас есть. У меня вот она в новогодней упаковке, может быть, вы не видели, покажу кисточку. То есть сейчас она будет приходить в синей, такой стандартной классической упаковке. Вот такая у нее кисточка уникальная. А благодаря этой кисти что происходит с ресницами? Во-первых, самые короткие щетинки позволяют подойти глубоко-глубоко к началу роста ресниц, не травмируя слизистую глаза. То есть, если у вас чувствительные глазки, то это единственный выход — брать кисточку с малюсенькими щетинками. Так вот, чтобы прокрасить реснички от самого начала роста, воспользуйтесь сначала коротенькими щетинками. Потом второй слой вы уже переворачиваете на длинную сторону и начинаем наращивать. И знаете, вот этот небольшой изгиб щеточки позволяет уложить реснички так веером, то есть они прям поднимаются и подкручиваются. Это моя любимая тушь в Oriflame, и в принципе из всех тушей, которые я за всю свою жизнь пробовала, эта тушь у меня лидер номер один. И я думаю, не только у меня, а еще у многих сотен тысяч девушек. Следующая страничка посвящается серии Элио. А почему я не взяла серию Элио? Странно. Хотя я ее отметила, у меня есть вся серия сейчас, кроме бальзама, и маски у меня нет, хотя периодически беру. Но расскажу вам, что необыкновенный аромат у серии, красивый дизайн, очень стильный. И мне очень нравится, как мои волосы чувствуют после этого шампуня. Но я могу шампунь взять и другой, не вопрос. Но вот масло для волос Элио — это номер один. Органовое масло с розой, чудесный аромат и роскошные волосы. То есть я после мытья волос наношу обильно масло, напитываю волосы, они у меня безумно сейчас сухие, просто это катастрофа. Но масло помогает их смягчить, увлажнить и уложить. И для меня это сейчас единственный выход, как спасти мои волосы после того, как я сделала смывку черного цвета. И сейчас вот это масло — моя просто палочка-выручалочка. И в этом каталоге у нас будет представлено защитное масло и питательное против секущихся кончиков. То есть смотрите, что вам важно. Мне, например, питание важно. Да, кому-то защита. То есть выберите то, которое вам больше подойдет под ваши волосы. И с удовольствием пользуйтесь. Далее. Я все-таки думаю, что
сухой шампунь входит все больше и больше в нашу жизнь, потому что идет активный движ. Много путешествий, много поездок, дачи, туда-сюда, да, мы все двигаемся очень активно, и сухой шампунь – это палочка-выручалочка. Если вот реально нет времени, особенно как у меня, длинные густые волосы, и мне, чтобы привести голову в порядок, мне нужно даже не один час, потому что я не могу сразу их помыть и сразу сушить, это будет стресс для волос, и поэтому порой меня выручает вот это вот средство, как я им пользуюсь. Сначала его надо вот так вот взбултыхать. Отлично просто. Нанести на корни волос, то есть вот на эту зону, где вот у нас самые активные сальные железы работают и жирнятся волосы. Наносим, взбиваем вот так руками, да, вот так вот аккуратненько все это взбиваем. И расчесочкой расчесываем. И опять взбиваем. То есть он как работает? Абсорбирует жир. Абсорбирует, да, жир просто нейтрализуется, и волосы становятся пушистыми и выглядят чистыми. Но это не на постоянку, это не мытье головы, это вот реально просто маленькая магия, чтобы, ну, в какой-то момент, да, спасти ситуацию и сэкономить время. И очень, кстати, удобно в поездках. Особенно кто летает в самолетах, почему-то там волосы быстро-быстро жирнятся. Так, сюда мы пропускаем. И у нас вышла новинка, это бустеры. Вот такая вот красота. Сейчас покажу, где они тут все три вместе. Вот, три бустера. Три маленьких волшебника. Это тоже магические средства. Бустер нужно смешивать с кремом. С кремом Optimal желательно. И в этом каталоге будет акция при покупке бустера и любого крема. Огромная скидка. И я тоже не устояла. Сначала хотела взять только один бустер желтенький. Почему-то вот мне, в принципе, и цвет нравится, такой вот позитивный. Но вчера я послушала вебинар от Натальи Радкевич и поняла, что я хочу их все три. И не буду даже думать, возьму все три, потому что они нереально крутые. Питательный, обновляющий, энергетический бустер. И буду ими периодически разными пользоваться, потому что, ну согласитесь, всегда приятно смотреть на свое отражение в зеркале, когда лицо ухоженное, сияющее, красивое, когда кожа подтянутая, нет морщин, и сразу настроение совсем другое. Конечно, старость неизбежна, и все мы меняемся с каждым годом, да? Ну, не в лучшую сторону, к сожалению, но так устроена природа. И наша с вами задача в этот восхитительный век информационных технологий, инновационных разработок, грех не пользоваться тем, что дают нам ученые. И при том, что это абсолютно, как сказать, во-первых, доступно по деньгам, во-вторых, это не травмирует кожу. Я, например, ну, не приверженец того, то есть я не сторонник того, чтобы делать уколы в кожу, вкалывать какие-то там вещи. Абсолютно это не для меня, то есть это вообще другой мир. Я туда никогда не полезу, скорее всего, потому что я элементарно просто боюсь. У меня есть много-много страшилок, которых я видела в своей жизни, которые меня точно остановят от этого шага. Следующий разворот – это медовая коллекция. Это тоже бестселлер. Oriflame, и вся медовая коллекция мне нравится. Но есть люди, у которых аллергия на мед, или не любят сладкие такие ароматы. Тогда, конечно, мы им эту серию не предлагаем. Но в этой серии особо я хочу выделить продукт, это скраб для тела, мед и молоко. Я вам попробую даже показать капельку, сейчас открою, это новый. А он что, запечатанный? А, он запечатанный, все, вскрываю. Это я покупала его еще в прошлую акцию. Правда, запечатанный стал приходить. Слушайте, открыть не могу, надо поддевать чем-то. Хорошо, рассказываю так. Он выглядит, как будто это жидкий мед засахаренный. И когда начинаешь работать с телом, то есть в душе или после ванны, или в баньке, это просто такой кайф, вот как будто вот просто медом намазываешься. Кожа невероятно становится напитанная, гладкая, такая ароматная. Это мой любимчик из продуктов. Особенно вот по уходу за кожей всегда стараюсь его приобрести, этот скраб, когда он особенно с такой огромной скидкой. Так, двигаемся дальше. Что-то еще у меня здесь есть. Аромат. Обычно я не показываю ароматы в топе.
Но здесь я не удержалась, потому что аромат Love Potion Secrets, он просто... Сейчас отключу телефон. Он просто восхитительный. Видите, осталось прям несколько капелек. И это уже, наверное, 4-й флакон или 5-й в нашей семье. Вот это чудо с необыкновенной такой пикой. Во-первых, просто дизайн восхищает. Во-вторых, сам аромат. Он чудесный, он невероятный. То есть здесь все белое. Белая клубника, белый шоколад, ваниль. И это все вот это сочетание, оно не приторное. Оно не приторное. Оно настолько восхитительно легкое, воздушное, такое послевкусие. У меня дочка особенно любит этот аромат. У нее вот с полочки его сейчас взяла. И когда вот она уходит куда-то и просто за ней этот шлейф идет, и в подъезде он стоит, но это невероятно вкусно, нежно, женственно, сексуально, ну просто волшебный аромат. И у меня есть много-много клиентов, которые его обожают, поэтому в моем заказе будет несколько таких ароматов, и вам тоже рекомендую. Если не пробовали, закажите пробник. Сначала нужно любой аромат все-таки потестировать, поносить, почувствовать, как он вам отзовется. Но здесь я не встречала еще человека, кому бы он не понравился. Нравится вообще всем, от мала до велика. И завершает наш топ. Последняя страничка. Тональная основа, стойкая. Я даже вам ее покажу. Она приходит в коробочке. Серия The One. Это наша профессиональная серия. Вот такой тон. У меня номер 61. Это прозрачный бежевый. С дозатором. Классный тон, и особенно он будет хорош для тех, у кого либо очень загруженный график, у вас такая динамичная активная жизнь, и при этом кожа активная, то есть жирная кожа, и макияж не всегда остается на месте, его часто приходится подправлять. То есть это стойкая тональная основа, она не для жирной кожи, она для всех типов кожи, но именно что с ней макияж более стойкий, и она не будет сушить кожу. То есть это классный, суперский такой тон. И всего за 249 рублей по цене каталога. Кстати, если вы не являетесь консультантом Oriflame, и у вас нет дисконта от 20% скидки на весь ассортимент, вы можете либо написать мне, либо заполнить заявку под видео, я вам помогу оформить дисконт, помогу стартануть, расскажу, что и как делать, то есть буду вашей помощницей в этом деле. Вот, в общем-то, весь мой обзор я рассказала о своем топе. И хочу вам пожелать классного каталога, успехов. Пусть все ваши планы реализуются. И каждому из вас я желаю быть участником премьер-клуба, чтобы ваши заказы в течение каталога составляли от 150 баллов. Почему? Ну, потому что это выгодно. Как минимум, сейчас я вам скажу, две выгоды активные. Первое, это вам возвращается 10% кэшбэк от суммы заказа, а это примерно от 800 рублей и выше. Вы этими деньгами можете воспользоваться в следующем каталоге, уже оплатив заказ. И вторая выгода, если два раза подряд сделать заказы по 150 баллов и потом продолжать их тоже делать, то с третьего каталога вы можете воспользоваться скидкой 50% на любой продукт из каталога, кроме наборов и кроме продукции Wellness. То есть любой аромат, любую сумку, любую пудру, все, что вы хотите, самое дорогое, вы можете брать со скидкой 50%. А это очень выгодно. Тоже хорошая экономия, и можно сделать себе много классных подарков. Вот, теперь точно все. Спасибо за внимание. С вас лайк, если видео понравилось. И до новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. GoPro, стоп видео!